Когда я первый раз установил Far Cry 2, на моем пути мне попался вот этот чувак. Кто не понял, это олень. Только не надо мне говорить, что такого никто никогда не делал. Да, я его застрелил. И после этого я начал стрелять абсолютно во всех животных, которые видел в видеоиграх. Но мне всегда интересно, а его можно убить или нет? Так, на всякий случай, я обожаю животных, у меня дома целый зоопарк. Ну, в общем, к чему я это все клоню? Скоро выходит Far Cry 6, и там появилась новая фишка, после которой я понял, что мой интерес убивать животных пропадет напрочь. Теперь их можно погладить, покормить, ну и застрелить, конечно, тоже. Когда я куплю Far Cry 6, когда я первый раз его запущу и увижу хоть какое-нибудь животное, перед тем, как застрелить его, я его поглажу. Примерно как будут выглядеть ласки у тебя на экране. Good boy. Кто не знал, некоторые из тех животных, которые будут показаны, ими можно управлять. Наверняка всем понравился тот крокодил, который я вам показал. Но что будет, если мы случайно найдем какого-нибудь дикого крокодила, и у нас в руке не будет мяса? Не думаю, что после такого укуса с его ногой будет полный порядок. Но за реализм вот этой вертушки... Оньо, your mouth is huge! Всем огромное спасибо за просмотр. Кстати, кто не знал, в следующем стриме мы будем разыгрывать Far Cry 6.